Буэнос диэс, братва. Я зерно рассвет на заряд выше экрана, это значит, что у нас очередная серия Control. Садись поудобнее, перетяни очки и поехали. Darling has another lab down in the Black Rock processing site for maintenance. That must be where he keeps the prisms. I've been to maintenance already. I can find my way. But how long will that take? Nothing here is simple. I need to ask her now, before I go. I need something from you first. What do you know about Dylan Faden? I knew this was coming. Lives are at stake here, and we need this machine working to save those lives. Once that is done, Director Faden, then we can talk. She's right. As much as I don't want to admit it, I'm the only one who can help. Fine. I'll get the prisms first. Dylan, we'll have to wait just a little longer. But don't call me Director. Jesse is fine. I'll call you Faden. Here, you'll need this key card. Thanks. О, четвертый левел. Once I have the prism, I'll meet you there. Right. I'll move out immediately. And keep an eye out for Darling. Finding him might be the key to stopping the hiss. It's just one large scale HRA. It's there now. We are about to be exposed to a different kind of resonance. Hostile, viral, invasive resonance. That's what the Hedron resonance amplifiers are for. Taking the protection Hedron can provide us and keeping us from being wiped out. Я вот чё думаю. Надо было, по идее, в центр заехать, потому что мне 4 очка перепало. Ну да ладно, сейчас разберемся, что к чему. Так, что-то мы долго грузимся в этот раз. Так, вперед. Marshall knows something about Dylan. Is he here? Is he all right? HRA's first. They'll help save everyone, including Dylan. Once I find him. Can you keep him safe? Like you do with me? Так, где-то рядом кластер. Ага. Минус кластер.
Я все-таки не туда зарулил. Блум. Сволочная немножко система. Ну ладно. Блять, я иду совершенно не в ту сторону. Поехали, хули. Карьер черного камня, говорить. Не сюды. Блять, как тут ярко. И чё? Я чё, получается, зря сюда ехал, что ли? Вот же са. Так. Зал с энергопреобразователями. По крайней мере, гайд вещает именно так. Как говорится, за что купил, зато и продаю. Thank you.
Мог бы и сюда тпхнуться. Опачки. И здесь мы были. Ага, с этой стороны не открывается. Ох ты ж ёптыс. Суй по мясу, я по адресу. Где-то в вентиляхе ползаем. Подсобка. Как говорится, счастье было так близко. Как говорится, так, блять. Так, дальше-то куда? Я так чувствую, я буду блудить хрен знает сколько. Так, лифтис мне не очень-то помог. Хотя других вариантов у меня по идее нет. Вентиляция. Thank you.
Он должен быть где-то здесь. Либо же мне придется ступать в ту сторону за стеллажи. Возможно, даже и сквозь них. И я тут, походу, опять не один. О, дверь с четвертым доступом. Опачки. Так, этого заглушили. Теперь осталось понять, куда же нам, блядь, дальше. Как мне добраться до этой камеры Атласа? Я так понимаю, проход должен быть где-то в этом месте. Но нет, я раз за разом возвращаюсь к месту бойни. Блять. Так, эту 04-ю дверь я открыл. Это не дверь в принципе. Ох ты ж, блять. Метание взрывчатки. Так, урон от метания. Так. Так-то лучше. Кажется, я по карте сориентировался. Так, чуть-чуть приблизительно. Извини за голос, немножко подсох. Блять, иду, стулья сбиваю, о, психа. Mm-hmm.
Карьер черного камня, говоришь? Блять, я что-то подзаплутал, господа. Я бы даже сказал, нормально так заплутал. Опачки. Камикадзе мне не хватало. Так, блядь. Вернемся в центр исследований. Попробуем немножко почитать, покурить. Ну а пока, спасибо, кто смотрел. Луис, пиписька. До свидания. Увидимся в следующем видосе.